الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. Когда пророк Мухаммед совершил хиджру из Мекки в Медину, то первым делом он построил мечеть. Почему он не построил дом для себя? Дело в том, что мечети – это место, где люди совершают коллективный пятикратный намаз, в котором укрепляются узы братства. Более того, когда все люди – богатые и бедные, сильные и слабые – встают в один ряд для поклонения Всевышнему, между ними усиливается чувство братства и сострадания друг к другу. Мечети – это место общения с Аллахом, и при всем своем минимализме, отобразившемся в постулатах ислама, это место должно быть величественно и прекрасно. Всевышний Аллах Таали говорит на Священном Коране: «Облачайтесь в красивые одежды, да, для совершения молитвы». Поэтому мы должны и сами выглядеть красивыми, и наше здание, место для моления тоже должно быть красивым. Соборная мечеть в городе Покачи не всегда была двухэтажной красавицей. Изначально в 2002 году это было одноэтажное строение. И только после того, как приход разросся и стало катастрофически не хватать места, в 2013 году было принято решение о реконструкции мечети. В 2013 году мы начали реконструкцию соборной мечети. Нам очень не хватало класса для обучения воскресной школы. Вот. И территориально вообще как бы не хватало площади для молящихся уже. Потому что приходы растут, прихожан все больше и больше с каждым днем становится. Вот. Поэтому вот у нас нужно было, чтобы нашу мечеть реконструировали. И мы обратились в Лукойл Западную Сибирь с предложением. Обновленная соборная мечеть вновь открыла свои двери верующим в 2015 году. Однако воспоминания о годах реконструкции все еще живы в памяти прихожан. В течение вот даже этих 2-3 лет реконструкции были очень много трудностей. Праздники мы проводили на улице, прямо на площади перед мечетью. Пятничные молитвы мы проводили в палатке, устанавливали шатер на территории мечети и проводили там пятничные богослужения, потому что мечеть была на реконструкции на самом-то деле. Сегодня соборная мечеть может принять до 200 прихожан. Появились молельный зал для женщин и классы медресе на втором этаже, комнаты для омовения и множество подсобных помещений. Однако внешние работы все еще продолжаются. Внутреннее убранство практически тоже у нас готовое. Внешнее убранство, фасад, лицевая часть соборной мечети у нас сегодня украшается резьбой по гипсу. Это довольно трудоемкая, довольно сложная работа. Мастера из Уфы, из Союза художников России, это очень квалифицированные мастера, приезжают сюда, и вот уже на течение 3 лет мы с ними работаем. Стоит отметить, что подготовительные работы по изготовлению декора для фасада соборной мечети в городе Покачи проводятся в городе Сургуте. Здесь, в мастерской при главно-соборной мечети округа, уфимские мастера отливают гипсовые элементы будущих украшений. Золотыми руками уфимских мастеров также создана михраб – ниша, указывающая направление к Мекке, и входной портал к соборной мечети. Теперь мастера украшают межоконное пространство, где будут начертаны имена 4 ангелов. Но работа на этом не закончится. В планах еще много задумок. У нас планируется грандиозно и очень много мы хотим, да, ну вот поскольку у нас есть определенный бюджет, лимит, вот что-то в этом году не получается воспроизвести, да, приходится что-то на следующие года перекладывать. Вот. Ну, вот сегодня у нас есть возможность на фасаде мечети непосредственно сделать орнамент. Мы его и делаем. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت
زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Если соборная мечеть в городе Покачи уже на стадии украшения фасада, то мечети во втором по численности городе Югры, Нижневартовске, повезло меньше. Строится она уже на протяжении 16 лет. Ее строительство началось в 2001 году. Долгостроем мечеть стала потому, что возводится она исключительно на пожертвования прихожан. Несколько раз объект замораживали и возобновляли строительство снова. Впрочем, в последние годы стройка идет без остановок. Строится у нас мечеть на пожертвования частных лиц, предприятий. Поэтому, вот, насколько хватает средств, так мы и строили. Бывали вот годы кризиса, в том числе и в стране, в мире, вот 2008 год. Там после этого где-то года три вообще стояло. То есть у предпринимателей и таких простых людей денег было недостаточно, чтобы благотворительность оказывать какую-то. И она у нас стояла. Сейчас, слава богу, возобновилась и хоть и небольшими темпами, но идет. В 2016 году к зданию подвели все необходимые инженерные сети. А летом 2017 года установили купола на минареты и главный зал. Также в планах закончить внешнюю облицовку минаретов. А с наступлением первых холодов планируется дать тепло в само здание мечети, чтобы в зимний период приступить к внутренней черновой отделке стен и стяжке пола. При этом стараются использовать только самые лучшие и качественные материалы, так как это дом Аллаха, а значит, он должен быть добротным и простоять века. Конечно, мы будем выбирать самые лучшие материалы для отделки мечети внутренней. Потому что это одна из единственных мечетей сейчас, как бы получается, по Ханты-Мансийскому округу с таким большим объемом посетителей, количеством посетителей. Проект соборной мечети в городе Нижневартовске потрясает своей грандиозностью. Весь комплекс разделен на три блока. Мусульманская школа, медресе, административное помещение и главное помещение мечети с минаретами. Также предусмотрены помещения для ритуальных услуг, большие комнаты для омовения. На территории мечети запланирована просторная парковка на 200 машин и зона отдыха для мужчин и женщин. Но особенно завораживают масштабы и красота молельных залов в несколько ярусов. Основной зал, вот он, третий этаж. Но по проекту здесь рассчитано на 360 человек, третий этаж. Сам третий этаж рассчитан на 360 человек. И еще на 200 человек балкон. Это на четвертый этаж будет считаться. После окончания строительства соборная мечеть Нижневартовска станет самой большой в Югре. А пока верующие собираются в молельном доме на территории мечети. Сейчас на пятничный намаз собирается порядка тысячи мусульман. И, как оказалось, это на 200 человек больше, чем рассчитана строящаяся мечеть. Когда мы начинали в 2001 году, 800 мест молящихся вот в этой мечети у нас предусмотрено, в соборной мечети, это было даже с большим запасом. А на сегодняшний день уже прихожан много. На пятницу собирается более 1000 человек. Пока завершим, я думаю, как раз будет это у нас, как раз количество людей будет такое, что будет заполняться полностью. Сейчас главное для строителей – это подготовить к сдаче основное помещение мечети – молельные залы, чтобы поскорее дать возможность прихожанам молиться в комфортных условиях, а не в тех временных и приспособленных помещениях, где проводят намазы сегодня.
А все работы, связанные со строительством остальных блоков, внутренние и внешние декоративные работы, проводить уже после. Все разом закончит. Опять-таки, из-за финансирования это работы такие, они стоят недешево. Поэтому, скорее всего, мы тоже так же. Мы, наверное, вот, то, что можем, сделаем, откроем, сдадим объект, откроемся, будем молиться. Ну и какие-то украшения, там художественные оформления уже потом будем в процессе потихоньку делать. Прораб долгостроя Ахмат Ишанов признался, что если не будет проблем с финансированием и перебоев с поставками строительных материалов, то, возможно, уже осенью 2018 года в соборной мечети пройдет первый намаз. И, наверное, сложно передать словами, с каким нетерпением ждут этого события сами прихожане. Очень долго ждали. Хорошо, что, слава Аллаху, вот заканчивают строительство. И сейчас скоро уже будем совершать намазы там, в большом мечети. Это очень хорошо для мусульман, для прохожан, которые приходят сюда. Чувство, ну, наверное, то, что мы смогли что-то завершить и что-то останется после нас. И то, что это будет каким-то местом, которое бы притягивало не только прихожан, но еще и граждан нашего города, на которые пришли бы, посмотрели бы экскурсию, спросили про ислам, спросили бы про религию, ну, что-то, то, что их интересует. Стоит упомянуть, что уже идет согласование о выделении земельного участка по строительству второй мечети в городе Нижневартовске. Ну, мусульман много, она будет в другом конце города. Я думаю, тоже будет украшением нашего города. И людям будет уже поближе. И здесь, кому ближе сюда прийти, кому ближе в другой конец города. Я думаю, это только на благо и города, и жителей. Творить благо – это естественное предназначение каждого. А жертвовать на постройку Дома Божьего – это один из самых достойных поступков мусульманина. Однако построить мечеть – это только полдела. Нужно украсить ее поклонением и словами во славу Всевышнего. Ведь только тогда мечеть станет истинным домом Аллаха.